Дорогие друзья, сейчас попрошу убрать от экранов людей без чувства юмора, а также с психическими расстройствами. В интернете ходят слухи, аналогия на продажу старых вещей. Хочу развеять этот миф. Но также все должны понимать, что федеральный бюджет сам себя не наполнит, не пополнит. Вот. Поэтому с 1 января 2021 года вступает в силу закон о налоге на налог. То есть, кто платит налоги, должны платить на них налог. Вот. Для тех, кто ничего не понимает, повторяю. Заказывайте видеопародии на сайте студии «Пародист». Там предложены готовые пародийные поздравления, в которых изменяются личные данные поздравляемых. Жду ваших комментариев.